Всемирно известные путешественники отправились на освобожденные территории Азербайджана, чтобы ознакомиться с вандализмом, учиненным вооруженными силами Армении в ходе 30-летней оккупации, а также процессом восстановления и реконструкции этих территорий. Корреспондент CBC Сабина Бубекирова расскажет подробности визита иностранных гостей. Она выходит с нами на связь из культурной столицы города Шуша. Сабина, здравствуйте. Как проходит поездка? Какие места уже удалось посетить гостям? Прошу. Здравствуйте, Эльнара. Сейчас я нахожусь в Шуше. Рядом со мной здесь около 40 иностранных туристов из более чем 20 стран. На данный момент мы исследуем Шушу, но с 8 по 10 сентября они посетят Карабах и Восточный Зангезур. Руководителем команды путешественников является Чарльз Вэлли. Он основатель клуба Most Traveled People США, который входит в число 4 крупнейших туристических клубов мира. Данная поездка имеет особое значение для популяризации освобожденных территорий в рамках черного туризма. За последний год в Восточный Зангезур было организовано уже 3 поездки. В них участвовали основатели, президенты и известные участники различных международных сетей путешествий. Это Международный конгресс экстремальных путешественников, Most Traveled People, Travelers Century Club и клуб Nomad Mania. На сегодняшний день в этих поездках участвовало более 100 международных путешественников из почти 25 стран. Это уже 4-я по счету поездка, и мы уверены, что будет еще больше. Ну что ж, спасибо вам большое. Будем ждать от вас новостей. Я напомню, корреспондент CBC Сабина Бубекирова рассказала о поездке всемирно известных путешественников на освобожденные территории Азербайджана.